Кто-то добрался до него первым. Кто-то умелый. Кто ты? Клинок! Малака! Отец, нет! Нима, что ты делаешь? Это хозяин орла! Он твой отец? Хозяин орла. Нужно идти, Нима. Солдаты уже в пути. Наше убежище под скалой аркой. Приходи. Кто эти люди? Нам удалось скрыться. Это орден. Еще одна деревня пала. Орден набирает силу. Тем более нужно держаться в тени. И позволить невинным погибнуть? Они уже погибли. Ты не справишься один. Мы должны быть осторожны, Нима, ты ведь знаешь. Сожженные деревни, спартанцы в сговоре с персами, нападение злобного старика. Я сильно не в духе. Объяснитесь, ну! Как ты нашел нас? Я помогла. Не хочешь выдать еще пару тайн?
Что здесь происходит? Персы, командующие спартанцами. Члены Ордена Древних. Могущественного тайного общества, что управляет персидскими царями. Тайное общество. Ха, сколько же их? Я уже задавал этот вопрос, когда ты напал. Кто ты? Я Дарий. Имени мало. Он достоин. Люди, жаждущие силы и власти, были всегда, как и те, кто противостоит им. Что делаешь ты? Я расскажу тебе историю о царе Ксерксе. Это случилось давно, в Персии. Зря. Вы все погибнете зря. Орден не остановить. Сила не помогла им защитить тебя от меня. С тех пор они ищут нас. Не каждый день встречаешь человека с такой историей. Не каждый ее узнает. Но сейчас Орден здесь. Они жгут деревни и убивают невинных. Что они ищут? Не нас. Здесь безопасно. Орден Древних уже давно потерял наш след. Нет, охотник ищет тебя и таких, как ты, проклятых. Теперь ты должен сделать выбор. Борись или беги. Отец. Нужно узнать об этом больше. Может, Нима расскажет мне что-нибудь? Thank you.
Да кто боится пары волчат? Нужно найти Ниму. Люди куют копья и мечи, а зубы и когти — творение богов. Если ты ищешь Ниму, она на охоте. Ты здесь? Алексиус, что ты здесь делаешь? Могу задать тот же вопрос. Я занимаюсь делом, чтобы привести мысли в порядок. Ты охотишься? Верно. Здесь водятся олени. Если ты хоть чуть-чуть похожа на отца, то умеешь стрелять. Не жалуюсь. Скромница. Я как раз собираюсь. Присоединишься? Конечно. Буду рад. Посмотрим, так ли ты хорош. Сколько оленей сумеешь убить? Проверим. Обычно оленей можно найти здесь. Неплохо. Дарий хороший воин. Много тренируется? Ни дня не пропускает. В его-то возрасте. Твой отец немногословен. Он был разговорчивее, чем обычно. Еще один? Что? В чем дело? Поверь мне. Там. Кабан? В Македонии? Диковинный зверь.
и вкусный. Да уж. Тише. Он услышит. Слюнки уже текут. Что это? Сразу настроение поднялось. Ты прекрасно готовишь, Нима. Даже богам понравилось бы. Старый семейный рецепт. Моя бабушка была бы польщена. Нужно баловать себя, словно богов. Мы? Боги? Говори за себя. Я и так бог. В тебе есть что-то особенное. Очевидно, все это чувствуют. Но никто, даже ты, не в силах объяснить, что именно. После всего случившегося, вряд ли вы можете остаться здесь. Не знаю. Мы вечно в бегах. С самого моего детства. Неважно, где мы находились, у дороги или в пещере, мама всегда находила способ успокоить нас. Согреть. Словно у нас был дом. Вряд ли я испытаю это вновь. Она мертва? Давно. Мои братья, сестры тоже. Когда мы видели их в последний раз, погиб мой брат Натак. Что насчет тебя? Как жил ты? У меня тоже нет дома. Я заботился о себе сам и надеялся, что найду место, где мне будет тепло. Так и не нашел. Думаю, его не существует. Прошлое не определяет нашу судьбу. Значит, они персы? Дарий утверждает, что убил царя Ксеркса. Ха! Ты ведь не веришь ему? Скорее верю. Это слишком неправдоподобно, чтобы быть ложью. Ложь, достойная Долоса. Я уже не знаю, чему верить. Дарий говорит, что Орден Древних ищет меня. В письме говорилось о таких, как я. Что, есть и другие? Если верить ему, да. Но как знать, вдруг Дарий работает на культ или принадлежит к Ордену? Он знает, что ты великий воин. Возможно, ему нужна твоя помощь в борьбе с Орденом. Или он один из них. Все просто. Ты доверяешь ему? Доверяю. Он не договаривает, но не лжет. Чтобы выяснить, что происходит на самом деле, ты должен вернуться к этим персам. Пока ясно одно. Дарий что-то скрывает. Будь осторожен. Как бы это ни оказалось ловушкой. Буду так же осторожен, как всегда. Этого я и боюсь.
Давай. Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Все действуют по плану, пока не сломают кости. И мне придется тебя убить. Если заметят, мне не сдобровать.
нанести удар Аресу. Надеюсь, тебя никто не похоронит. Пошел. Давай, вперед. Ну, давай. Эйла! Если меня тут заметят, будет плохо.
что, поехали. Ко мне. Ты нашел следы? Тут никого. Звук шел не отсюда. Откуда этот свист? Что это за звук? Живей, бежим отсюда! Спасибо, Мистий. Мерзавцы схватили меня. Но они не понимают, что меня не удержать в заперти. Никому, даже Ордену. Вот как? Обычно я пью вино и наслаждаюсь прекрасным видом. Но их грязные наемники постоянно ходят мимо и все портят. Ой, прости. Ничего. Знаешь, я подслушала, что они прислали сюда еще троих наемников. Представляешь? Я помогу тебе. О, да. Помни, что наемников трое. Расправься с ними, и мы вместе выпьем вина, наслаждаясь видом. Хоть ты тоже наемник. Я не против.
Ora,
дальше не пройдет. Разворачивайся. Буду осторожен. Все наемники мертвы. Нужно найти ту старушку и угоститься ее вином. Бабуля. Что случилось? Какой-то наемник ударил ее ножом в спину. Она с трудом дошла сюда, все бормотала, что не даст им испортить вид.
Прекрасный вид. Нельзя прятаться вечно! Я найду тебя!
Хела! Тише. Не всякий выживет, будучи похороненным заживо. Ugh.
Давай, давай! Давай! Я нашел. Давай. Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Вступить в Орден? Что могло пойти не так?
Что-нибудь нужно? Мне говорили, что ты скупаешь медвежьи шкуры. Маловато медвежьих шкур. Будет больше, приходи. Вперед! Элла! Смерть любимцев.
Аппетит гордый. Звучит странно.
Что это? Месть толкает людей на глупые поступки. Вернулся? Так у тебя есть медвежьи шкуры? Ты пришел куда надо, если есть медвежьи шкуры. Вот, медвежьи шкуры. Сюда. Ладно. Постой. Забыл про пароль. Сейчас. Вечно забываю. В начале всего был лишь хаос. А мы порядок. О, Зевс, все верно. Хорошо, что ты знаешь пароль, иначе мне пришлось бы забрать записку. Ага. Я лишь ничтожный инструмент в руках богов. Иногда именно это им и нужно. Он пережил трагедию. Я разделаюсь с вами.
Амфиполис. Он еще станет империей. Ау! Надеюсь, меня еще не заметили. Тебе сюда нельзя. Уходи. Thank you.
Я тебе зубы выбью! Это собьет с них спесь. Мужчины полезны в руках правильной женщины.
опасное место. Могу поклясться, что слышался. Собачья смерть. Thank you.